Всем хай, с вами Юджин, и сегодня у нас очередной тихий летсплей. Поскольку мы играем с вами в игру наподобие Don't Scream. Мы недавно с вами проходили эту игру, где нельзя кричать, ибо игра слышит тебя. Можете посмотреть этот видос здесь, либо в описании. Эта игра новая, от разработчиков тех же, либо других. Я не смотрел, не проверял, сори. Игра называется Silent Breath. Или по-русски Тихий Дых. Если захочешь дышать, то лучше делать это тихо. Хотим ли мы играть... Или хотим покидать? Наверное, все-таки играть. Играем, значит. Если вы будете достаточно долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на вас. Фридрих Ницше. Опа, мы на месте преступления. Кстати говоря, Здесь можно пока кричать. Здесь можно говорить спокойно, достаточно спокойно. Итак, полицейская машина. Офигеть, она ехала по бездорожью. Как вы умудрились, сэр, офицер? Какой-то большой... Очень большой, я очень маленький. Я юный детектив, видимо. Сэр, покажите ваше лицо. Что вы там смотрите? Он так пристально рассматривает это пятно крови. Ё-моё, какое пятно крови. Краси, ты маньяк. Ты грёбаный маньяк. Никто так с удовольствием не смотрит и не рассматривает пятно крови. Посмотрите, здесь кого-то тащили. А, его тащили сюда, видимо. Ну погодите, след такой, что именно здесь его пырнули, кровь разбрызгалась, и потом его вытаскивали туда. Мне нравится, очень реалистично выглядит, как эта игра. Они все очень реалистичные. Опа, здесь пырнули кого-то еще жестко ножом. Собрать пропавший плакат. Офицер, он еще жив. Он еще жив. Ой. Офицеры куда-то делись. Че за нафиг? Как будто это мои воспоминания. Я ударился в воспоминания и понимаю, что это, возможно, сделал я. Я не знаю. Здесь не... Они сказали, помогите нам. Там кого-то, блин, убивают прямо сейчас. Найдите пропавших людей, пока не стало слишком поздно. Или слишком страшно. Я слышал, что крик был оттуда. Возможно, эту игру сделали чуть получше, чем предыдущую в плане работы микрофона. Но все равно говорить нужно тихо. Но в плане оптимизации сделали ее гораздо хуже. Я вижу, как прогружаются текстуры. Немножко портит реализм. Но ведь это не реальность, это мои воспоминания. Всего лишь навсего воспоминания. Но такие реальные. Может быть, это даже сон. Ой, как все странно. Как все сюрреалистично, как будто нейронка генерирует прямо перед моими глазами все это. Вот здесь. Ну, сто пудов, здесь будет один труп. Короче, здесь, как в Слендермене, нужно собрать трупы. Интересно, насколько большой лес. Интересно, когда индикатор появится. Он должен быть? The dead don't make noise. Мертвые не шумят. Не знаю. Он там мертвый лежал на столе. Очень сильно шумел, когда я плакат собрал. Им не нравится. Мертвым не нравится, когда я собираю их плакаты. Это был труп подростка, который обвешивал... свою комнату плакатами. Это самое полезное, что он сделал в жизни. Нельзя собирать его плакаты, иначе он вернется за тобой. Тут должен быть труп или нет? Я должен что-то вообще здесь искать? Может быть, это кладбище, это обманка, посмотрите. А, это бревно. Но оно мертвое. Фактически я нашел один труп. Может быть, что-то можно заюзать? Стоп, открытый склеп. Спускаемся вниз. А, черт. Может быть, дверь можно открыть? Оп. Как резко стемнело. Чего? Извините, я не знаю. Я не знаю. Эвакуируйте лес. Будь тихими. А, вот все, индикатор. Теперь началась, да? Че, реально будет играть с нами в пят? У нас несколько попыток всего. Он будет искать меня, я не знаю, он убьет меня или нет. Мне кажется, надо было откалибровать микрофон лучше. Короче, я сразу обосрался сходу. Я не думал, что так сразу начнется. Я и хотел какой-то прелюдии на сухую. Это было ужасно. И от того, что я пытался сдержать крик, меня так все напряглось в животе, что стало больно. Я почувствовал, что мне больно. И в этой игре еще, оказывается, могут убить. Ладно, давайте быстренько. Оп, отдал плакат. Ну не дергайся, не дергайся.
Ты еще не знаешь, что такое страх. Там столько неприятного было всего для меня. И сирена, и звуки, и монстры, и трупы. Еще прикольно в этой игре, что здесь дают попытки. То есть ты один раз такой, оп, громко сделал, и камера просто немножко бьется и царапается. А все остальное, в принципе, в порядке. Вот, я могу здесь спрятаться, наверху. Вряд ли монстр забежит. Что делать-то теперь? Может быть, пойти нахрен отсюда? Пойдемте нахрен отсюда. Но звук-то был отсюда, не зря же. Возможно, и зря. В общем, когда сирена начинается, говорят, покиньте лес срочно. Все знают, что тут происходит. Тут происходит дичь. Я не боюсь. Я уже напугался. Я понял, что по ходу в этой игре они будут просто на тебя бежать монстры пачками. О, машина. Мы можем зайти в машину. В багажнике нету. Блин, можно было бы взаимодействовать как-то с этим? Я же явно полицейский. Я должен уметь взаимодействовать с предметами, изучать их. А почему не тем... Это был я? Черт, мне до сих пор спазм в животе. Я не могу никак отойти от этого. Он не отпускает и болит. Чертова игра вредит здоровью. О, нет. No. Вот так? Вот так прям? Блин. Я где-то должен найти 5 или 6 трупов. Я не помню. Сказал. Кто, блин, это сказал? Я слышал, что в этой игре искусственный интеллект заложен, и он определяет, когда пугашку пускать на тебя. Вот пугашка. Можно зазумить как-то? Я снял рейка. Ой. Я снял рейка. Давайте мы все-таки аудио подкорректируем. 40%. Вы что, охренели? Надо 30 поставить. Вот, я думаю, так будет справедливо. Продолжать. Я готов... Просто грубо меня толкнул, как будто он американский футбол со мной решил поиграть. Но я удержался на ногах. Господи, если у меня камера так трещит от того, что я просто говорю. Представляете, что происходит в моей ванной, когда я в душе пою. Вот это сейчас что? Это титан прошел рядом со мной. Хорошо, что он меня не съел. Я не тихо дыхнул. Ладно. Смотрите, делаем вот так. Делаем вот так вот. Я специально поп-фильтр повесил, чтобы не было. Это не работает. Игре насрать. В общем, вы слышите, да? Я не читерю, я говорю очень тихо. И да, это считается читерством. Не знаю, как надо говорить в таких играх, чтобы считалось нормальным. Давайте сделаем так вот. Это обычный мой разговор. Вот такой. Очень громко. Давайте поставим на 20. Очень обычный разговор. Нет, давайте 25. Вот так будет. Я буду говорить практически шепотом. Я знаю, вам нравится, когда я шепчу вам на ушко. Буду говорить очень томно, нежно. Ласково. Давай сюда свой гребаный плакат. Так, держите его. Держи дефибриллятор, пожалуйста. Я сказал дефибриллятор. Зачем вы его замотали? Итак, смотрим, сколько трупов? Их 5. Сара, Джонни, Питерс. А, ну, неважно. Плевать, как вас зовут. Главное найти вас. Пока не стало поздно, в плане. А куда мы спешим? Если они мертвы, то уже давно поздно. Еще не факт. Нет, они уже мертвы давно. Уже слишком поздно. Или они завоняются. Или похороны на сегодня назначены на вечер, я не знаю. По логике, трупы должны находиться в определенных локациях, точках интереса. Вот эта точка очень интересна. Я спрячусь здесь, когда стемнеет. Я выйду, как сама тьма, сама ночь, само зло. Выйду из склепа. Обосрутся все зомби. И все титаны, что нападают на меня. А как вызвать ночь? А, все, ночь сама вызвалась. Стоит упомянуть. Странно, что в склепе мне комфортнее. Сейчас будет шепот. Вот он, да. Спасибо. Спасибо. Игра, в принципе, задала мне темп. Нет, не темп. Фонарик сдох. Она хочет меня вдохнуть, сказала. Страшно было. Она хотела меня вдохнуть. Крестоголовые. Но это было распятие православное. А значит, все хорошо, они добрые. На чуточку. Но это было просто смешно. Это было позорно. Он, наверное, перенервничал. Извините, здесь стало тихо.
А, вот снова музыка. Я как будто так спокойно. Как всегда, меня дебильные вороны, олени, всякая хрень напугает. Вместо того, чтобы напугали вот такие вот солидные монстры, без нижней челюсти, классные. Смотрите, какая страшная тварь. Это было очень плохо, но лайк за старание. Кажется, я ему не... О, собачка! Погоди, погоди. Да ёлки-палки. Нельзя дышать, надо дышать тихо. Игра же так называется. Я подумал, что это собачка, и это очень забавно. Свинью режут. Где, блин, режут свинью, а? Кто посмел? Это невинная свинка. Никто не смеет резать свинью, не в мою свину. 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 Свинья просто на языке вертится у меня теперь. Так люблю свинину. Мне бы скотч найти, залепить свою камеру, то он развалится нахрен. Немножко меня цапнул. Все лишь пол рожи спухло, но это не так страшно. Это было комично. Достаточно комично. Тоже орет как свинья. Но мы идем по лесу. Я вообще не понимаю, куда идти. Пойдем прямо просто. Я не знаю, но почему-то животные меня пугают гораздо больше, чем эти твари. Я где-то там сотрясся внутри, немножко охренел, немножко помер. Смотрите, что-то вижу там, и что-то там вижу. Что-то... Что это? Есть, наконец-таки что-то нашел. Так. Я нашел труп машины. Это подойдет? Ну нет, нет, плаката, блин. Сейчас раскроем, так... И начинается как тачки на прокачку. Новый... Не знаю, как это машина, как шестерка какая-то. Слушай, идет. Нет, нет. 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 Вот с ножом, по-моему. Ой. Где это я? Еще одна машина. Ее здесь не было. Слушайте, он с ножом за мной идет. Он идет со мной. Он хочет меня пырнуть. Это, мне кажется, убьет меня. Я не хочу, чтобы меня убивало сейчас. Мистер Труп нашел, наконец-таки. Он просто рандом. Черт! Он просто рандомно лежит в лесу. Нашел, дышит мне нахуй. Тихо. Эта игра называется «Тихий дых». Вот ваш пьяный дядя подошел к вам, пока вы спите. Такой. Почему ваш пьяный дядя подходит ко мне, пока я сплю, не понимаю? Я что подумал? А можно ли найти труп днем? И еще что подумал? А почему тот труп сидел? Это как так? Трупы сидеть не должны. Это неправильно. Может, они все еще живы? Типа, найдите трупы, пока они еще сидят. Уж потом они встанут. Встанут и пойдут нахрен. Ну, меня телепортнуло просто куда-то. Ночь наступает или как? Вот, спасибо. Вот это было немножечко неожиданно. Я даже не... Что это за... Правильно, я думаю, там кричит. Наверное, нужно идти на крик. Может быть, мне повезет, и труп. Так, хочу посмотреть на тебя. Может быть, если я не побоюсь, этот монстр окажется сущим ангелом. Напала рогатая тварь. Я охотник. Что-то я там, у меня была какая-то мысль. Так, ладно. Хорошо, нет. По очереди подошли. Да елки-палки. Опа, опа. Смотрите. Пожалуйста, труп. Пожалуйста, труп. Ну кто это сделал? Это было очень подло. Прям в рожу мне попали. Короче, мы можем... О, ты уже был. Ты уже был, ты уже подходил. Ой, он большой. Тут человек больше гораздо. А следующий кто? Эти два мужика по очереди в меня обходят. Я не могу. Знаете, я, кажется, отлично повеселюсь в этой игре. Насколько
Всегда очень хочется смеяться, когда смеяться нельзя. Как бы... Ладно, ты сидишь правильно. Хотя бы возле дерева. Это как-то логично. Все, ты свободен. Один из пяти. Один из пяти дебилов, которые полезли в лес какого-то хрена. Ну и что смешного? Что смешного, ты не понимаю? А? Слышь ты? Кто ржал? Кто, блин, ржал? Я не понимаю. У меня челюсть хрустнула немножечко. Я не знаю алгоритм поиска трупов. Ой, я сейчас был на грани, я чуть не подох. Этот... Я полностью теряю. Мне двигаться или нет? Короче, я должен наоборот не двигаться, чтобы она подошла и понюхала меня. Понюхала мой смрад. Пойдемте в эту сторону, потому что все равно на кладбище нет ничего. Не просто так мне туда зачем-то тащат. Бензоколоночка. Ага. Трупик есть здесь? Нет трупика. Еще одна бензоколонка. Хорошо, мы куда-то движемся. Вот, посмотрите, там что-то искрится. 5 трупов. 5 точек интереса должно быть. Мне ачивку дали. Опа, трупик. Трупик днем нашелся. Очень хорошо. Ладно, это мне нравится. Надо по спидрану идти. Так, здесь может быть еще один трупик. О, это трупик. Но без плаката. Такие нам не нужны. Сейчас мы днем всех отыщем быстренько. О, черт. Нет, это маньяк из Outlast. Маньяк из Outlast. Он хочет меня грохнуть. Он меня хочет грохнуть. Ой, пырнуть меня ножом. Пырнуть меня ножом. Кажется, он меня пырнул. Это я бы дыхнул. Я дыхнул, походу. Черт, он ускоряется, когда я бегу далеко. Он меня преследует очень долго. Сейчас мы так оп-оп-оп и след запутаем. Нет? Запутал. Сейчас голые мужики бегают здесь. Здесь я тоже голый. Возможно. Он продолжает за мной бежать, он задолбал меня, просто преследует, он не даст мне покоя. Наконец-то он отстал. Отстал ведь? О, слушайте, я вас помню. Паучки. У нас есть еще 2 попытки, 2 возможности. Любанное затемнение, ну ты встань. Да вы просто угораете надо мной, я возможно. Парк аттракционов, я так рад, наконец-то. Что за карнавал? Здесь точно будет труп. Скорее всего, он будет на колесе обозрения. Потому что нет скучнее аттракциона. Я бы тоже сдох там. Паш, пожалуйста, отвали-ка. Отвали-ка нахрен от меня. Что у тебя... Что это все? Ты мне не достанешь. Я на колесо обозрения. Блин, она так лениво пытается меня ударить. Она, кстати, бьет меня человеком. О, ну что я вам говорил? Видите, это самый унылый аттракцион в мире. Посмотрите, сколько людей погибло. Все? Ты успокоилась? Дыши. Главное, дыши спокойно. Все. Справься со своим гневом. Окей. Он не испугал даже тебя, да? Hi, friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 10. 9. 8. Я здесь, 7, я буду прятаться 6, здесь. 5. 4. 3. 1. Ready or not? Here I come. Я здесь в ловушке. Ладно, быстренько, спидраним. Один труп мы знаем, где находится.
А трупа здесь теперь нет? Они рандомно спаунятся. Вот. Спасибо. Значит, какая наша задача? Стать невозмутимыми. Говорить очень спокойно. Не демонстрировать самолично, какие вдохи-вдохи будут причинять нам вред. Не обращать внимания на монстров. Бежать, несмотря на что труп номер два еще до темноты наш. Ну, это очень хорошо. Замечательно. О, парк аттракционов. Сейчас будет третий труп. Или этот труп относится к парку аттракционов. Громко. Где может быть труп? Где бы я лежал, если б я был трупом? Колесо обозрения. Вот он. Ну это просто великолепно. Мы нашли три трупа. Считай до наступления темноты. Не знаю, куда теперь дальше идти. Ну, блин, поперли. Все, погас. Вот уродство, я просто выдохнул носом. Носом выдыхать нельзя. Какая-то хрень, что это такое. Черт! Она хотела вдохнуть меня, а я подумал, что это та, которая хочет поиграть со мной в прятки. Но анимация убийства была клевая, мне понравилась. Ладно, мы знаем маршрут. Мы сделаем все правильно в этот раз. Трупика 2 мы должны найти, я думаю. Да, да, в том же месте сидит, отлично. Хорошо, сразу туда. Машинка. Есть! Как хорошо, что я посмотрел в эту сторону. Так, дай. Три трупа до темноты. Три трупа до темноты. Ла-л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 а. Это еще более лучший результат, чем был до этого. Я, конечно, могу сейчас говорить спокойно, пока еще не темнота. Могу громко говорить, выразительно, но уже ночь. Я ночью записываю это видео. Поэтому удачное видео на самом деле оправдывает мое нежелание говорить громко. Ладно, не останавливаться. Возможно... А, нет. Я думаю, мало ли, если я не остановлюсь, то игра такая... Ну, он... Скрипт еще не активировал. Ладно, только три трупа. Hi, friend. Только не это. I want to play hide and seek. Ну нет. Я не знаю, как прятаться от нее. I seek. Это я сикнул. Черт, черт, черт. Дайте мне пройти дальше. Че с камерой, блин? Че с камерой, блин? Перестань, камера. Don't move. I want to... Да не выскочила. Передо мной выскочила. Прямо передо мной. Сразу две убийственные твари появились передо мной. Ну как так можно? Вот я хорошо так пошел. Ладно, сделаем это еще раз. Уже отработанная схема у нас у полицейских. Труп потрогал. Проклятие активировал. Пошел вперед. Ну-ка. Блин. Здесь? Пожалуйста, будь здесь. Нет. Идешь. Вот здесь я время потеряю. Вот здесь я время потеряю. Пожалуйста. Вот здесь. Нет. Внутри. В здании. О, да, в здании. Урод, заполз сюда все-таки, а? Сделал мне неудобно. Потерял, ну, не то чтобы супер много, но очень неприятно. Не спидрановская катка точно. Смотрите, вон машина. Вряд ли там заспаунится. Но, как знать. Сумка. Слушайте, он должен быть где-то здесь, кажется. Прям в рожу. Сволочь. Ладно, там лагерь какой-то. Может быть, рядом труп. Да смилуйся ты надо мной. Где ж труп-то? А! Вот, лежит. Отдыхает на природе. Теперь максимально аккуратно, осторожно. Идем, ищем парк аттракционов. Вот, все начинается. Don't move. I want to see you closely. Первый раз справился. Отлично. Мне понравился ее русский акцент. Don't move. I want to see you closely. А где парк аттракционов? Он же был с этой стороны всегда. Паучиха гребаная. Думал не напугать, я не испугался. Я не боюсь паук. Черт, запнулся. Хотел крутым показаться. Не получилось. Запнулся.
Гребаный клоун. Меня клоуны смешат. За них я ломаю себе камеру на говне каком-то взял и запоролся. Один хп себя отнял, осталось два. Не только. Да я не понимаю, ну что с ней делать надо? Может быть, надо выключить? А все равно была голимая катка, правильно? Голимейшая катка. Надо делать вот что. Мы должны играть в прятки, просто выключив свет. Значит, вот правило. Вот регламент хорошего полицейского. Это если трупа не видно, долго не ищи, беги дальше. Второе. Не знаю. Все, по-моему. Какая-то еще была у меня мысль. Ну, черт, где же? Опять в доме, что ли? Нет. Да, опять здесь. Ладно, похоже на... Как в предыдущий раз было. А, если штука с hide and seek, с прятками, снова мне попадется, я просто выключу свет и буду стоять на месте. А ось получится. Женщина не лежит здесь теперь. Вон она. Отсела под... Блин, подальше. Как же вы меня раздражаете. Может быть, возле машины есть там где-нибудь. Не знаю. Ладно, идем к парку аттракционов. Он вот туда. Не. Началось. Парк аттракционов. Нету парка аттракционов. Очень странно. Это она прятки любит играть, да? Нет, это та, которая трупом... пинается. Нет, потом друзья спрашивают, почему Евгений? Ты не хочешь? Меня друзья Евгений называют. Почему ты не хочешь Евгений? Это поход в лес с палатками. Ну. Здесь, здесь. Вижу, там что-то горит. Опять. Это, погодите, это другой, кажется... Другой лагерь или тот же самый, я не знаю. Стоп. Есть, я тебя нашел. Официанта убили. Здесь тихо. Нет. Stay still. I want to taste you. Она хочет меня попробовать. Ладно, с ней уже нормально. Сейчас бы не хотелось, чтобы появилась та, которая любит в прятки играть. Может быть страшнее, чем голый бегающий мужик. Толпа голых бегающих мужиков. Окей. Кто там чапкает, видимо, позади меня. Я не буду смотреть назад. Оказывается, это не чапканье, это кто-то так идет за мной. Вот. Я опять телепортнулся, кажется. О, нет. Она позади меня. Да что ты хочешь от меня? Что я должен был сделать? Не смотреть? Это была долгая, очень долгая пауза. Я не понимал, что мне делать. Труп первый. Труп второй. Труп третий. Всего один труп.
удача, большая удача труп найти. Второй. Так, вон там парк. Теперь надо здесь отыскать труп. Он точно должен быть здесь. Не может здесь не быть. Он всегда бывает здесь. Он всегда есть. Теперь возвращаемся обратно спиной. Так, там должен быть парк, пожалуйста. Я же правильно иду? Я иду правильно. Только бы найти, только бы найти, только бы найти, только бы найти. Есть. Еще 11-1. Любой. Где угодно. Ладно, признаюсь, этот звук был очень щекотливый для меня. Ребят, смотрите, что это? Неужели это труп? Неужели это для меня? Теперь что? Что теперь? Проснись. Ой. О, нет. Я один из них. Нет. Это я лежал на столе. Я был один из тех, шестерых. О, боже мой. И это я же подхожу. Да? Да. Это замкнутая петля. Эти воспоминания вам совсем не чужды. Это как если бы вы жили один и тот же день снова и снова. А, жили один и тот же день. Жили один. Есть ли способ прервать этот цикл? Те, кто за пределом леса, думают, что вы уже мертвы. Так это правда? Тихий дых. Вы пережили всего 8 пуганий. Этого было вполне достаточно. Надеюсь, что вам понравилось. Это было очень комично местами. Местами очень бесивно. И иногда даже было страшненько. Надеюсь, вам пощекотало нервы. Потому что, как минимум, если и не страшные пугашки, то как минимум, вдруг я не выдержу и дыхну, и проиграю. То есть переживания за меня, я думаю, у вас было. Да, спасибо большое, что переживали. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро в следующих видосах. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И всем 5!